Выражение «взрыв мозга» очень плотно вошло в нашу жизнь, особенно жителей больших городов, которые перегружены информацией, живут в постоянном стрессе, и это выражение слышится буквально везде, на улице, в быту, друзья друг другу говорят. А вот как этот взрыв мозга выглядит очень ярко на картине одного знаменитого художника. Вот такое крутое образное изображение взрыва мозга. Я думаю, что у каждого оно свое, в зависимости от переживаемых трудностей нашей жизни. Так что выберите свой цвет. Каждый цвет как-то представляет эту картину по-своему. Очень ярко. Картина так и называется «Взрыв мозга». Просто выберите свой, который вам подходит лучше. Да, взрыв мозга у каждого свой, и каждый справляется с ним по-своему.